Синьцзян – одно из самых популярных туристических направлений в Китае, особенно летом. Здесь и вправду есть на что посмотреть. В Кашгаре, недалеко от пустыни Такламакан, находится важный пункт пересечения нескольких маршрутов древнего шелкового пути. Это уезд Индзиша – центр традиционных народных промыслов, чьи секреты удалось пронести через несколько тысячелетий. Особые узоры и формы росписи уйгурской керамики передавались из поколения в поколение. Сегодня они свидетельствуют о культурной интеграции различных этнических групп в Синьцзяне. Школьники и студенты здесь могут не только ознакомиться с древними ремеслами, но и попытаться их освоить. 5 дней я буду изучать здесь гончарное дело. Приехала в Синьцзян, чтобы учиться в летнем лагере и продолжу обучение в следующем году. Думаю, что этот опыт поможет мне глубже понять местные традиции и обычаи. Туристов привлекает древняя культура, а жителям уезда нужна современная инфраструктура. В рамках программы экономической поддержки Синьцзяна провинция Шаньдун помогает создавать здесь новые бизнес-проекты в сфере гостеприимства. Мы инвестировали более 50 миллионов юаней в защиту и развитие нематериального культурного наследия в этом уезде. Это и поддержка музеев, и переобучение местных специалистов, а также создание и детальная проработка туристических маршрутов. Большой поток туристов предполагает широкое разнообразие вариантов отдыха и различных услуг. А для местных жителей это означает появление новых рабочих мест и повышение уровня жизни. И главное – возможность жить и работать на родине, сохраняя и приумножая традиции предков.